каждый знает о плачевной ситуации в Оренбургской области. Из-за потопа многие люди пришли в плачевную такую ситуацию. Здесь каждый работает безвозмездно, то есть от души, делает, что хочет. Ну, в плане, мы не получаем с этого ничего. Как бы мы, каждый сюда пришел, никого не заставляли. Просто спросили, будете участвовать или нет. Каждый здесь работает от души. Кто желает, тот помогает людям. Больше никаких причин нет. А вот сейчас именно чем вы занимаетесь? Это провизия, которая будет отправляться семьям. То есть один пакет распределяется на одну семью. Здесь достаточное количество провианта, приблизительно на 1-2 дня. Потом их там снова фасуют и снова отправляют. Именно по машинам? Да, по машинам распределяют.